Всем привет! Меня зовут Алена. В сегодняшнем видео очередная распаковочка посылок с AliExpress. На сегодня у меня 5 посылок собралось. Буду начинать по одной. С какой начать? Так, это наша маленькая посылочка. Пакет пупырку. И это пришла Ольга. Сейчас ее открою. Вот такая фольга. Принты животных. Леопарды. Ну вот это, конечно, это вообще не знаю. Зачем такое делать? Можно подумать, это кто-то будет делать. Мне кажется, никто такое делать не будет. Какие-то детские орнаменты. Ну, боже, коровки, дуванчики, хотел сказать. Ну, тоже интересненько пошло. Черная голографическая. О, кружево. Давайте достанем кружево. Они такие маленькие. Каждый в индивидуальном пакетике. О, оно сложено пополам. То есть, как бы, вот так вот. Столечко. Такое наитончайшее кружево. Ну, достаточно есть интересное. Мало, конечно, их очень мало. Ну, ладно, сколько есть, тому и рады. Так, еще не залазит обратно. Это у нас кружево. Так, что у нас еще есть? Вот цветы громадные. Тоже что-то цветочки. Что это синее такое? Феи, что ли? Непонятно ли цветы. Коктейльчики. Вот так лучше, наверное. Сердечки. Тоже какое-то голографическое на черном. Очень красиво переливается. Конечно, красиво. Вот еще голографическое под рептилию, что ли. Бабочки всякие разные. Вообще фокус-то есть? А фокус есть. Еще голографическое. Ой, красота. Мне вот это, конечно, понравилось. Есть в задумках интересно. На каком-нибудь бежевом, бежево-розовом. На пару ноготков. Так интересненько бывает. Тоже какие-то, не знаю, прям сердечки, гусиные лапки. Это золотые розы, но они такие большие, что непонятно будет на ногтях. Вот тоже голографическая сетка с цветами. Ну, переливается красиво, конечно. Улитки смешные. Ой, божечки. Цветы. Непонятно что, ну что-то определенно. Вот это интересная штука с переходом цветов. Но это, конечно, огромные цветы. Я вообще не понимаю, куда, на какой их ноготь лепить. И мне кажется, это будет не очень красиво на ногтях смотреться. Ну, будем тестировать на такой фольге. Клей только дождусь. Он уже на днях должен прийти. Тут типа шарики воздушные или что это. Но это, конечно, мохнатое такое вообще. Ой, бог ты мой. Шахматная доска. Ой, это такое красивое, тоненькое. Вот на темном вот это, конечно, красиво будет, да. Жар-птица. Это что-то типа ромбиков наших, вот этих популярных, голографических. Только отпечатал уже и выкладывать ничего не надо. Арбузики, цветульки, снежинки. Еще цветульки яркие. Вот кружево уже покрупнее и белое. Опять животные принты. Вот тоже интересненькая, радужная. Зебры, сердечки голографические, губы, еще цветы. Бог ты мой. Вот тоже красивое голографическое. Это что? Это
Это сердечки. Тут какие-то непонятные. Еще сердечки. Вот тоже интересно. Еще снежинки. Тоже принт животным, только цветной. И что-то непонятно розово-голографическое. В количестве я так и не посчитала. Сейчас посчитаем этим целым. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятьдесят две штучки в этом наборе. Ну, ей что-то очень понравилось, ей что-то совсем не понравилось. Вот принты, конечно, животных мне не особо нравятся, но вот это вообще не понимаю. На какие пальцы? Вот на такие? Ногтевую пластину на какую? У меня вот достаточно широкая ногтевая пластина. Пусть у меня сейчас, да, ногти короткие, как бы, да, но тем не менее. Куда, на что, я вообще не понимаю. Ну, мы на этой фольге будем с вами учиться переводить их на клей, на липкий слой. Вот дождусь сейчас клей буквально на днях. Обязательно будем учиться это делать. Ну, по крайней мере, я так точно буду учиться это делать. Так, следующая посылочка моя какая? Вам показать. А это пустой пакетик. А это пустой пакетик уже все. Так, давайте я его сразу уберу, чтобы не сбивал с курса. Следующая посылочка вот в таком бумажном конверте. Она, кстати, была открыта, заклеена скотчем. Я разрезала, еще так удивилась. Пакет пупырку. Ничего в нем нету. Это я забыла, девочки, как эти камушки зовут. Называются, как они, блин, забыла. Это вот такая красота пришла, и такая целая бочонок прям. А как он красиво переливается. Вот вам на камеру смотрится просто как стекляшки. Ой, не сфокусировать не свет вам. На самом деле он переливается бензиновым цветом. И тут как маленькие, так и большие есть камушки. Ну, красота. Блин, ты забыла, как называются эти камушки. Они абсолютно разных форм. И круглые, и вытянутые, и каплевидные, всякие разные. Еще раз повторюсь, и маленькие, и большие. Ну, они... Блин, почему они не передают цвет, а? Может, на черном лучше будет? Да, на черном определенно получше видно. Хотя они и на белой подложке очень красиво смотрятся. Посмотрите, какие они цветные на черной подложке. Как бензиновые. Побольше насыплю, чтобы лучше было видно. Но это очень красиво. Я заказала их на летний период. Вот морские дизайны делать. И да и вообще, знаете, если вот крупные цветы рисовать на ногтях, вот такие камушки положишь вместо капелек, так уже смотрится как роса там или что-то такое. Куча задумок. Это все такое, блин, ну красиво. Интересно будет смотреться. Считаю, что покупочка моя удачная. Ой-ой-ой. Вот что за... Как начну снимать что-нибудь, обязательно что-нибудь сыпется, рассыпается. Никак без этого не проходит мои видео. Такая красота пришла мне в бочонке огромном. Пакетик пригодится. А этот выкидываем. Следующая моя посылочка пришла. Это уже всем известные органайзеры для пластин. Для степпинга. Ой, девочки, это такая красота. Пошуршу вам немножко. Все пришло мне вот в таких красивенных пакетах с бантиками, с эмблемой
Бьюти, Биг Бен. О, все дела, в общем. Открываем наш замечательный пакетик. И достаем ничем не хуже органайзер. Ну, я, конечно, сорока. Еще та. Блестит так, что глаз вырви. Красота. Бьюти Биг Бен. Как и положено. Две кнопочки. Когда много-много пластин на эту, когда мало на эту. Ну, так как у меня сейчас мало, на эту. Все сделано замечательно. Прям вообще хорошо все сделано. Прошито все хорошо. Кнопочки тут все замечательно. Нигде ничего не топырится, нитки не торчат. Даже и не пахнет ничем, на удивление. Вообще красота. Посмотрите, как он переливается. Это просто огонь. В прямом смысле этого слова. Ну, красота. Оно просто лежит уже красиво. Не то, что складывать туда пластинки. Замечательно. Очень радуюсь этой посылочке. Пакетику не меньше. И заказала, конечно же, себе точно такой же второй, но уже для больших пластин. Что у меня есть маленький, значит, мне надо и большой. Тоже все запаковано превосходно. Знаете, вот эти пакетики, вот эти мешочки, они и то даже нигде нитки не торчат. Алиэкспресс умеет радовать. Открываем. Достаем. О, все. Счастье приплыло мне вдвойне. Посмотрите, какая красота. А как переливается. Как можно мимо такого вообще пройти? Я не понимаю. Увидела у некоторых, у нескольких, может, у двоих, наверное, у блогеров Ютуба, все и загорелось. Оно мне надо. Вот надо. Пластину у меня раз-два я обчелся, но оно мне надо. Как это так? Обязательно. Посмотрите. Все хорошо прошито. Кармашки здесь только с внутренней стороны. Все замечательно. Также две кнопочки. А здесь кармашки с этой стороны. А, и с этой стороны. С двух сторон кармашки на маленьком. Ну да, здесь и этих поменьше будет. Красота. Будет мне счастье. Посмотрите, какая красота. Ну, посмотрите, какая красота. Все, я сама себе завидую. Так, и последняя посылочка моя на сегодня. Такая небольшая, пакетик в пупырку. Больше ничего здесь нету. Это мне пришло вот такая каруселька. Сейчас мы ее откроем. Это вот такие кристаллики. Это, знаете, как алмазики, стекляшки. Тут от маленьких до побольше. Они конусовидные. Достану вот сейчас самый большой. Они конусовидные. Ну, блестят, конечно, очень красиво. Это для объемной инкрустации. Ой-ой-ой, ну что бы мне ее вот... Ну-ка, мне ее не положить, конечно же. Она сейчас побежит, убежит. Ну, очень красиво переливается. Всеми цветами. Желтый, синий, красный. Какие желаете. Также и малютки. Тут их немного. Мне много и не надо. Я решила попробовать. Сначала попробую на типсах. Посмотрю, как это смотрится. Ну, да, девочки. Мне кажется, на светлых лаках они потеряются. Так как они без подложки, как вы видите, конусовидной стразы. А на черном переливаются. Но вам на камеру почти не видно. Кажется, как будто просто стекло. Ну, просто стекляшки. А вот мне на свету они, конечно, очень красиво переливаются. Очень красиво. На типсах попробую.
посмотрю, как получается, и получается ли вообще, и как смотрится. Обязательно вам потом расскажу и покажу. И последнее, это пакетик от Bon Pretty, это стразики. Вроде их тут 1400, не считала, не знаю. Считать, наверное, навряд ли буду, уж совсем мне нету времени, тем более еще и считать. Но это, конечно, хоть и пишется, что это стекло. Да, девочки, это не пластмасса, но это и не совсем стекло, а это оргстекло. Не поверите, я пыталась их разбить. Я их колошматила чем только могла. Ну, вышло дело до того, что сначала я колошматила ручкой от огромного ножа кухонного, а потом все это дело колошматила молотком. Ну вот оргстекло, оно не разлетается на мелкие осколки, как обычное стекло. Оно блестит красиво, да, оно стеклянное, но это оргстекло. Ну, тут разные размеры. От самых маленьких SS3, да, наверное, я не знаю, какого даже самого большого. Но совсем огромных тут нету, хотя продавец писал, что у него до... Не 16, а может даже больше. Ну, или 16 самый большой. Мне кажется, здесь нету 16. Ну, есть, конечно, очень красивые стразики. Ой, посмотрите, какой красивый синий. Ну, просто. Очень красиво. Фиолетовые, желтые, оранжевые, бирюзовые, изумрудные, там, красные, винные, какие хотите, морские. Есть... ярко-голубые, а есть нежно-нежненько голубые, розоватенькие, ярко-розовые, нежно-розовые, ну просто красота. Ну, на камеру, конечно, камера много съедает блеска, цвета, меняет все абсолютно. Ой, все, понеслась туша в рай, я уже сыплю все в себе, не знаю куда. В общем, девочки, вот такие у меня приобретения. Вот-вот придет клей. Мы обязательно с вами протестируем мою фольгу всю. И на что лучше оно крепится. И на себе я испытаю, что лучше держится. Клей или на липкий слой. Ну, большинство жалуются, что клей, конечно, очень хорошо переводится, но очень плохо носится. В отличие от липкого слоя. Вот я себе, на себе буду испытывать. Лак для стемпинга. Вот-вот на днях придет. Будем испытывать пластины. Учиться делать стемпинг. Ну, лично я буду. Вы это, возможно, уже умеете. А я еще нет. В общем, девочки, на сегодня у меня вот такие распаковочки. Надеюсь, они вам понравились. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Мне очень нравится, как вы в последнее время оживились. Очень приятно. Спасибо за поддержку всем тем, кто подписался. Буду очень рада видеть новых подписчиков, новых друзей. Ну а на сегодня все. Буду заканчивать. Всем спасибо. Всем пока-пока.